Зрителей юбилейной ночи в художественной галерее встречает коллаж из детских фотографий сотрудников главной выставочной площадки города. К десятилетию они готовились долго и основательно. И все это для того, чтобы в очередной раз удивить зрителя и создать в галерее теплую домашнюю атмосферу. И результат бессонных ночей, проведенных за монтажом новых экспозиций, налицо. Галерея – это не набор картин, развешанных по стенам. Художественная галерея – это атмосфера. Это такой пульс и ритм, который здесь бьется в каждом нашем сердечке. И надеемся, что зажигаются сердца тех, кто сюда приходит. Те, кто пришли в этот вечер в художественную галерею, смогли познакомиться с творческой командой московских художников-керамистов Еленой Мач и Еленой Потаповой. Мастера представили выставку под названием «Цвет огня», центральными экспонатами которой стали керамические светильники. Хотелось привести в Саров такой необычный город, который овеян легендами. Необычные работы, интересные, которые прежде всего близки самому автору, самим нам близки. И, конечно, хотелось привести такие ударные, красочные, чтобы представить в полной мере художественную керамику. Елена Потапова – автор композиции светильников в виде сказочных сов. Каждый образ ночных лесных жителей наделен своим характером. Примечательно, что создавались они в разное время. Некоторые даже становились символом ночи в музее в других городах. Мне вот дай любой кусочек глины, и я пощупаю его и начну лепить. И даже прежде, чем начать лепить, я сижу и несколько минут ее мну, получаю удовольствие от этого раз, и чувствую характер этой глины. И потом она у меня дальше ведет и подсказывает сама, что из нее лепить. На первом этаже расположилась 4-я международная экспозиция в истории художественной галереи. Выставка под названием «Города и веси» принадлежит перу нашей соотечественницы, а ныне жительница Соединенных Штатов Елены Лихацкой. А для тех, кто только начинает свое знакомство с изобразительным искусством, работали творческие мастер-классы. Галерея и для нас является вот таким магнитом. Магнитом, который притягивает все самое хорошее, красивое, умное, интеллигентное. Художественная галерея живет завтрашним днем. Календарь выставок уже расписан на 2 года вперед. Осенью саровчане увидят монументальные работы московского скульптора Олега Закоморного, а также экспозицию нижегородского художника-каллиграфа Елены Алексеевой. Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.